Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Анна 1800, и в прошлой серии Артур Гаспаров постоянно жаловался на мой зоопарк. Это вот этот вот один из наших конкурентов, который как бы немножко развитие меня, у него электричество и все остальное, все развитие, чем я, но по экономике я всех опережаю. Координаты и... Я думаю, что пришло время начинать избавляться от самого слабого звена, от Артура, потому что я уже не хочу отвлекаться и выполнять его задания, чтобы держать у него уровень отношений, чтобы не думать, что вот он когда-нибудь, когда мне будет неудобно, объявит войну. Принято. Я этого не хочу, ну и есть определенная часть жителей, которая... не очень радуется моей мирной жизни, а хочет крови, поэтому я думаю, что мы можем... На мачту! Запросто можем немного повоевать. Плюс это будет определенно полезно для нас. Вернемся в Старый Свет. Я тут собираю все абсолютно мои силы, которые у меня есть. Сейчас мы как-то все это дело выстроим. Жалко, нельзя какого-то построения для кораблей организовать, да, еще чего-нибудь. Давайте сразу развернемся. Всеми бортами сюда. Пути! Как-нибудь вот так. Я думаю, этого будет в целом достаточно более-менее. И объявим ему войну. Все, Артурчик. Объявляем тебе войну. Бесстыдный эгоизм. И выпиливаем. Фокусим по очереди. Блин, они все равно начинают крутиться. Почти. О, поверил, я не заметил. Что ты не израилист. Не заметил, что там еще линкор подоспел. Минус что? Одна пушка. Вы все изуродовали! Минус а вторая пушка. Есть. Сжечь уже, пророк. Минус третья почти пушка. Давай, 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 давай. И последний фокусим порт. Жгите все. Теперь эта система наша, так да? Долго не продержится. Как было когда-то. Боевой дух снижен 72. Боевой дух жителей острова. Верните завоевать. Остров. Нет. Я не верну тебе остров. Погрузка. Вам не понять его ценность. Давайте сейчас с этим линкором разберемся, а то он что-то тут плавает, как-то так не в тему. Праздник совсем. Закончился. И поплывем на корабль столицу. Атакова. Принято. Давай, 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 дружненько, плывем сюда. Что вы задумали? Ой, бабуля, что я задумал? Тебе тоже достанется рано или поздно, ваши я думаю. Соперники начали войну. Так, все, минус линкор. И это не минус наш линкор, что радует. Идем в конвое. Ну и теперь надо по очереди фокусить вот эти пушки. Причем... Надо, наверное, пути. Просто плыть сразу сюда и... Сейчас будем тут маневрировать как-то, лавировать, лавировать. И, может быть, мы даже вылавируем. Посмотрим. Так, сагрили на наш флагман. Атакова. Сейчас пока маневры небольшие проведем. И отводим флагман. Мы дали шанс бой, подойти нашим кораблям, которые потихонечку разворачиваются. Ждем приказа. И начинают выпиливание. Ну или не начинают, а пока Штурман. Еще давайте отведем этот корабль. Ой, уходи, уходи, давай. Прям сквозь наши корабли проплывай. Это же норма. Наполнить паруса. Все, фокусим. Пришло время. Может Окончим быть, этот корабль не успел. Черт. Есть. Ладно. Корабль
подобным. По идее, мы добили пушку. Еще, кстати, в прошлой серии я не заметил, как я подобрал вот этого товарища. Капитана Ричарда Мозеса. Вроде бы я не видел это. Может, я его подобрал не в прошлой серии, а до этого, и просто забыл уже об этом. Там в серии записываются наперед. Несколько за день, и потом несколько дней я не записываю. Ну, во всяком случае, не записываю Аннушку. Все готово. Так, блин, столько всего происходит. А? Публикуем так, ничего, времени нет. Нам надо лавировать, чтобы вылавировать. Давайте теперь фокусим эту пушку. Корабль потоп. Да, я не сомневаюсь. В принципе. Цель установлена. Есть. Попробуем быстренько разбить последних тут пару пушек осталось. А там канонирки бабулькины помогают. А, по-моему, да, еще один корабль потопили. Мы еще не потопили, но сейчас потопят, корабль, наверное, да, уже. Потоп. Ладно, давай, я тебя отправлю. Возвращайся на свой торговый маршрут. Посты. Наверное, будешь этому очень рад. О, стоп. Это не то, что я хотел атаковать совсем. Пушка переключилась на канонирки, у нас есть шанс. Не-не-не, ты возвращайся. Давай. Морская пена. Я думаю, морскую пену мы тоже можем отправить на вот этот маршрут. Морская пена. Давай, применить. Все, торговля у нас вернулась на круги своя. А нам осталось здесь немножечко побомбить. Корабль построен. Бабуля нам небольшую моральную поддержку оказывает. Но не больше на самом деле. Мы остров не взяли еще. Так. Вот у него еще есть небольшая оборона. Я надеюсь, мне моих кораблей сейчас хватит, чтобы грохнуть это все. Куча лута плавает. Жалко, мы не можем посмотреть, что там. Линкор готов. Но сейчас времени просто нет для этого всего. О, линкор готов, кстати. Оп. Стоп. Не-не-не, вот этот мы тоже... Да-да-да. Не трогаем кораблик. Все наши фрегаты пусть торгуют, а все остальные корабли пусть... На остров вашего соперника напали. У нас есть какое-то время, пока нужно продолжить атаку, да? То есть, если мы атаку не продолжим, то нападение на остров аннулируется, и мы типа это самое... Пути. Придется заново начинать, в общем. Корабль атакован. Как я понял. Не будем близко подплывать, пока. Подождем наши корабли потяжелее. Мы, может, сейчас кораблик еще потеряем какой-нибудь, конечно. Как бы не хотелось, но... Потеря возможна. Внимание, адмирал! Корабль атакован. На наш корабль где-то напали. О, да-да-да. Всем слушать адмирала. Возобновите атаку. Или осада. Сейчас возобновим. Сейчас я вот это вот несчастье грохну. Старый свет. Корабль атакован. Посты. Поплыли. Все. Плывем.
целься! Я, наверное, скорость включу. Я не могу, они так медленно плавают. Я уже все, я ждать не могу. Это ожидание просто убивает меня быстрее, чем мои линкоры эти пушки убивают. Флот готов. Отлично. Верните мне остров. Завоевать. Остров, да, она немножко тоже помогла нам, но... Ваши люди чествуют своего лидера. Но мы полностью забрали этот остров. И... пока. Вам не понять его ценность. Пока. Координаты приняты. Пошли сейчас пособираем Лутецкий немного, посмотрим, что тут у нас можно будет сразу выгружать в этот остров. В ходе бунта а еще нанесен ущерб. Знаете, что мы сделаем? Обычно я рада развитию. Что тут? Задвижуха такая. Невероятная прям какая-то. Так, наша верфь. Нам нужно продолжить производство линкоров. Так. У, лесопеды. Балдеж. Пока выгрузим сюда, чтобы забрать побыстрее как можно больше ресурсов. Так, 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 так. Вот это кайф. Вот это кайф. Столько добра. Давай, 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 давай. Еще лесопеды. Есть. Так, это все на Ctrl 2 у нас плывет в новый свет. И мы там еще... корабль атакован. Немного поиграемся. Пушки большие. Хорошо. Тут уже ничего не осталось. Там тоже что-то было, да, но уже все поисчезало. Куча динамита еще, мы даже не все забрали. И как я понимаю, мы получаем остров пустой. Пустой этот самый, да, и... да. Ух ты! Ух ты! Это мне нравится определенно. О, стоп. Я чуть очки не пропустил. Праздник все? Закончился. Вроде бы все. Вот это хорошо. По-моему, праздник только для нас начинается. Ваш город стал выглядеть хуже. Что по деньгам? Мы в плюс 1000 идем. Давайте посмотрим, может, я куплю пару корабликов каких-то. Есть что на продажу у кого? Подаете большие надежды? Нет, клипер не интересен вообще. Тебя ничего купить нельзя. Мне вот это вот просто не нравится. Тут какой-то кипиш такой. Слишком много пиратов развелось, пока я им волю давал, да? Ваш порт атакован. Где? Кто? О, да, смотрите. Флот готов. И мой корабль тоже, да, торговый, скоро падет. Нет, живи, 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 пожалуйста. Пожалуйста, живи. Нет, он поэтому уже стреляет. Переключился, отлично. Отлично. К бою готовься. Все. Весь теперь боевой театр переместился. Я решаю твоих творений. Переместился в новый свет. Поплыли. Будем дальше громить его корабли. Потихонечку. И ждем... прибытие армады линкоров со Старого Света. Я думаю, мы можем даже что, сразу отправить вас в Новый Свет, да? Поплыли все дружно. Может быть, тут сейчас через эти корабли поплывут. Может быть и нет. Я поплыву, наверное, сюда сам. Да поразвлекаюсь тут на этих мелких пиратиках. Правда, без бонусов что-то как-то... ну ладно. Корабль стоп, у него еще один остров здесь остался. Оу. Артурчик. Погрузка. Как это я пропустил такой момент? Принял.
принято. Интересный. Ладно, стоп. Пока давайте в новый свет посмотрим, что у нас тут. Вот тут... Всем слушать адмирала. Это потери. Дорогу на весне. Да. Корабль атакован. Это потеря. Корабль потоплен. Бывает. Но ничего. Ну, это, по идее, его торговые корабли, которые не особо интересны. Вперёд! Ладно, возвращаем пока что кораблик, наш линкорчик, сюда. И в старый свет идем. Так, как тут дела? Еще, да. В пути! Что-то строит. Молодец. Строй. Строй больше. Идем в конвое. Строй лучше. И мы сейчас у тебя все это заберем. Принято. Пираты, по идее, на острова не нападают, да, сами, насколько я понимаю? То есть то, что тут их кишлово плавает, это как бы такое, пофиг. Можно особо не париться. Так, хорошо, вижу. Идем в конвое. Че, мы еще не стреляем? Че, по нам война не стреляют? Война порождает в нас самые пошлые. Вы бесталанны. Может... А. Полчаса мы ничего не можем сделать. Хорошо, я, в принципе, не против. Возвращаем. Ну, плывем, собственно, дальше. О. Так, хорошо, хорошо. Мы все по тактике. По тактике. Корабль атакован. Серьезно? Это неожиданный поворот событий прям. С двух бортов. Как красиво. Когда получается такое сделать. Мы все жаждем твоей смерти. На вкус почти как свобода. Отлично. Парусы не хочу забирать. Интересно. Золотишко пойдет. Мы даже можем сразу его продать, чтобы место не занимало. Ну и разбавили тут немного обстановочку. Меня это устраивает. Можно будет даже еще сейчас на того пирата напасть, на этот, на фрегат. Вы явно что-то ищете. Мы оба достигли целей. Поплыли. Так-с. Как там наши... Плывут. Плыть еще, конечно, будут долго, скорее всего. Но что поделать. Ветер не в нашу сторону, к сожалению. Можно попробовать им нажать на переместиться в новый свет. Да, и они тогда, по идее, сами поплывут. В идеале. Ой, молодец. Ой, молодец какой. Ой, умничка. Умничка. Их призраки заберут тебя. Ничего не скажешь. Молодец. Оу. Ты что-то пострадал. Слушай. Пострадалец. Ладно, вернемся сейчас, наверное, в столицу. Возьмем каких-нибудь там приколюх для улучшения боевой мощи нашего флагмана. И давайте посмотрим, что у меня по маршрутам торговым осталось. Все как и было. Все идеально. Все маршруты торговые выжили. Вернемся сейчас еще в новый свет. Этот кораблик тоже фрегат у нас так тут, просто не потопить. На мачту! Ч
Чё-то он... А, наверное, места нет здесь. Мы не подведем. А, или очередь. Очередь погрузки. Я понял, в чем здесь проблема. Я сначала что-то не увидел, что этот корабль разгружается. Окей. Окей. Так. Давайте попробуем построить здесь, может быть, что мы можем. Да, ремонтный кран здесь будет очень даже кстати. Только, наверное, надо было его построить вот здесь. Черт. А если я разберу, то я не получу мои кирпичи обратно, насколько я понимаю. Нет, слишком далеко построил. Что прикажете? Ну, давайте мы попробуем и узнаем. А, нет, мы ни капли ресурсов не получаем. Я первый раз решил на это посмотреть. Никогда раньше. Рвемся в бой. Не было интересно, что-то мы получаем при разборе или нет, но теперь мы знаем. Так, хорошо. В старый свет, где там наши корабли? Корабли стоят. Почему стоим? Кого ждем? Вот эта вот хрень багованная мне уже так надоела. Они постоянно забывают про приказы. Постоянно. Это аж бесит. И здесь, наверное, мы тоже поставим ремонтный кран. Раз у нас тут войнушка какая-никакая началась, то можно и поремонтировать будет. Так. Стоп, это не... Это пирс, тьфу ты. Давайте, наверное, вот так вот его поставим. Что у нас интересного? Надо было сразу привезти сюда добра какого-нибудь. А нет, ничего не... Слушайте, а мы не потеряли ли случайно что-то вкусненькое? Блин. Что-то мне кажется, что я потерял где-то какие-то... Терзают меня смутные сомнения, что где-то в погибших линкорах... О, отлично. Все, начинаем снова собирать крепкий флот. Во-первых, да, крепкий это флот флота. Это полураспад. Полураспад. Давай посмотрим, что по потребностям. Все пока хорошо. На мачту. Давайте посмотрим. Мы построили в прошлой серии... как он называется... Портовую канцелярию и наняли двух специалистов. Оба дают нам при торговле разные бонусы. Есть шанс, что мы получим какие-то диковинные товары, которых у меня никогда не было. Типа винограда там, да, или еще чего. Давайте посмотрим, есть ли что-то из этого у нас. Есть ли? По-моему, нет ничего. О, динамит есть, 5 штук. Шампанское, сигары, шоколад. Зерно, хмель, картофель, виноград или перец. Оружие, динамит, усовершенствованное оружие или паруса. Динамит мы получили как ми. Откуда у меня? Это...
Что я пропустил, ребята? Как вы думаете? Потому что я что-то не знаю. Откуда у меня столько? Может, это с праздника остается какие-то бонусные ресурсы? Интересно. Интересно. Так. Куда эти все плавают? Непонятно. Надо теперь больше оружия производить. Что у нас? Уголь под ноль. А. Мне кажется, что мы можем работать лучше. Хотя все на 100% работает, да? Высокая производительность у нас не все. Давайте я пока быстренько построю здесь. Я не хочу сейчас сильно отвлекаться на этим. На другие острова в этой серии, да? У нас серия более боевая. Я сейчас хочу быстро дождаться, пока приплывут мои кораблики. Немножечко потревожить пиратов тоже хочется. Заодно. Тебя пощады не дождешься. 33 тысячи. Да, не дождешься от меня пощады. Отставить! 33 тысячи — это слишком дорого для да мира с тобой. Молодец. О. Вот, по-моему, у меня вот эта подруга была в прошлой серии. Где-то я на каком-то корабле ее, видимо, оставил. Я думал, я ее выгрузил в столице, но что-то, короче, я забыл. Это проблема, когда играешь спустя там какое-то время. Все забываешь, что-то делал, зачем ты делал, где там что лежит. Вот, но тем не менее. Тем не менее. Так, вернемся в Новый Свет. Как у нас тут дела? Это этот корабль уплывает еще пока что. Давайте мы сразу подведем этот линкор. Что прикажете? Я, наверное, даже скорость сейчас увеличу. Пожар на вашей фабрике. А тут пожарной у нас нет. Теперь будет. Когда все сгорит, теперь пожарная здесь будет. Мы можем попробовать построить улучшенную дорогу. Что стоило сделать, наверное, давно. Корабль атакован. Оп-оп-оп. По тебе сабля плачет. Это этот. Надо было ему оккупацию этого острова сделать, тут свои корабли оставить. Ну, нам на самом деле пока это не надо. Так, в Новый Свет идем. Линкор и... готов. Тут где-то выплывают наши кораблики, по-моему, да? Ну, примерно. Пожар. Давайте потушу. Подумаем теперь... Сейчас я даже... О-о-о, пошло дело. Корабль вернулся в порт. Посмотрим, что нам нужно. Какие ресурсы у нас есть, каких нету. Корабль вернулся в порт. У нас есть кукуруза, да, если что, вдруг. Корабль вернулся в порт. Корабль атакован. У него, в принципе, тут вот три острова осталось, да. Трудно и отказаться. Мелкие мы, наверное, даже и трогать не будем. Воу-воу-воу-воу. Так, подождите, подождите, что происходит? Корабль вернулся в порт.
Вы прям сразу так в атаку пошли на него. Это, конечно, хороший план. Давайте мы как-то соберемся дружно вместе все. Корабль вернулся в порт. Корабль вернулся в порт. Корабль вернулся в порт. Сколько ты раз еще скажешь? В пути! Сколько у нас кораблей? Сколько раз он еще скажет? Так, хорошо, все, теперь поплыли. И заберем. Заберем у него все. Или оставим ему маленький островочек. Нет, мы заберем у него все. Влияния нам хватит, чтобы получить все эти острова. Давайте теперь скорость подрубим. И будем контролировать вот этот корабль, я думаю. Если что, сразу разворачиваем его. Потихонечку будем уже разворачивать. Он свое дело сделал. Дал возможность заплыть остальным кораблям основным. Мы все изуродовали! Флот готов. Враг так долго не продержится. Цель установлена. Черту искусство! Верните мне остров! Забираем. Вам спасибо. Не понять Крилбор его ценность. Все, ты идешь на ремонт сюда. Прочные корни. И мы можем построить теперь нормальную ремонтную эту. Где-нибудь вот здесь. Ваши соперники начали войну. Это всегда прекрасно. Что ты там подбираешь? Что там за вкусняшки? Выгружай все это дело здесь. Вперед! Всё и поплыли. Погрузка. На, поплыли сюда. Прислуживаться не так уж и тошно. Публикуем так, я не буду ничего делать. Верным себе. Давайте мы бабулю попробуем предложить ей подарок. 22 тысячи. Не знала, что по-прежнему вы нам единичка. Сочувствуете. Ладно. Окей. С бабулей, в принципе, нормальное отношение. Я думаю, мы можем их даже еще ваши соперники и улучшить, заключили наверное. Торговое соглашение. Если начнем продавать здесь что-нибудь. Буху корабль не буду атакован. Продавать. Все, больше мы тут ничего не производим. К бою готовь! Цель установлена. Мы продолжим бой, если нужно. Да, вроде не нужно. Враг долго не продержится. А, у него он еще, смотрите. Упрямство будет наказано. Со мной, держи. Как с королевой. Принято. Угрожает мне тем, что разорвет со мной торговое отношение, я не хочу. Я совсем-совсем не хочу. Бабло куда-то начало уходить наше все. Как будто бы пошли какие-то перебои в поставках, и что очень, в принципе, возможно. Ну, пока деньги есть, не будем на это внимание особо Принято. Обращать. Лучше будем обращать внимание. Ой-ой. Лучше вот на них будем обращать внимание, потому Чёрт что. Искусство! Верните мне остров! Поплыли. Идём поплыли, 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 поплыли. Вам не понять его ценность. В пути! Праздник закончился. Так. Бабуля тоже. Корабль атакован. Хочет повоевать. Вы получили бонус к влиянию. Кем-то корабль был атакован, походу. Что у нас тут? Мыла не хватает. Я более чем довольна. Вот это поворот неожиданный, если честно, был.
Это наше право. Да, мыла не хватает. Так, у меня сала должно быть много, да? Сала, 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 сала. Да, сала много. Давайте мы построим... мыловарню. Одну, может быть, две? Давайте сразу две, а там посмотрим. Так, в новый свет. И... она с нами. Зараза. Принято. Я не хочу ей этот остров отдавать. Прям совсем на не хочется. Мачту. Но она быстрее... она, может, не сюда плывет? Конечно. Это та, которая не сюда плывет. Да-да. К бою готовься. Мы, наверное, пока встретимся здесь. Дружно, потому что не хочу подставляться. Тут три пушки, да? Идем в конвое. Вы уничтожаете... корабль атакован. Координаты приняты. Я нас следом... блин. Погрузка. Как же хочется игру еще ускорить. О, мы уже пришли. Давай, 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 погнали, 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 погнали. У нас сейчас битва просто за этот остров. На остров вашего соперника напали. Пошли. Праздник закончился. Корабль атакован. Целься! Ваш город стал выглядеть хуже. К бою готовься. Остров другого игрока захвачен. Остров другого игрока захвачен. Ну, да добейте вы эту штуку аккуратненько. О, они уплыли, они уплыли. Пожар. Фух, я даже... что прикажете? На радостях корабль потерял. Они уплыли. К бою готовься. Корабль потоплен. Остров захвачен. Отлично. К черту искусство! Пока. Верните мне остров! Координаты приняты. Какой резвый. Вам не понять его ценность. Фигня какая-то. Враг долго не продержится. О. Что-то, по-моему, сообщение запаздывает. Влияние. Пойдет. У нас столько, наверное, не влезет сюда даже, да? Еще поднять есть. Как насчет чашечки кофе? Вы играете уже? О, кофе, вот, смотри. Смотри, вот кофе. Ты хотел? Получи. Линкор готов. Мы даже, наверное, слушайте, может не выкладывать, а это... заберем на линкорах сейчас все это кофе. Может, на самом деле вывести сразу, а не сгружать сюда. Что прикажете? Что там у нас было? Кофе, вот эти...
50 еще чая. Линкор готов. Железобетона немного. Но это красиво. Мы разобрали, значит, одного из наших конкурентов. Практически полностью разобрали. У него остался один остров. Что он с ним будет делать, я не знаю. Маленький, несчастный. Даже жалко есть. Бедолагу. И это эти, да? Мы оставили их там специально. Я думаю, что теперь мы можем попробовать выполнить это задание по сопровождению. Давайте попробуем. Выполнить задание по сопровождению, наконец-то. Ох, и в следующей серии у нас работы просто валом. Мы, наверное, можем даже попробовать добить... Принято. ...нашего конкурента. Полностью этого... Гаспарова. Артурчика. Да. Просто подвести сюда корабли и вынести его в хлам, как только... А, уже прошло время, уже можно. Это хорошо. Хорошо. Я думаю. На остров вашего соперника напали. На этот, что ли? Ух ты, елки-палки. Куда такой минус по баблу пошел? Ремесленников становится больше, рабочих больше. Бабло. Бабло, что с тобой? Что у нас происходит? Давайте смотреть. Как сыр в масле? Пива не хватает. Очень может быть. Очень может быть. Будьте с нами. Солода нет. Да. Остров другого игрока захвачен. Ну, тут как бы понятно, да? С пивом разберемся и все будет хорошо. Остров другого игрока захвачен. А, наши корабли вот здесь. Отлично. Эти, мне кажется, пираты тоже обнаглеют через какое-то время и будут тут нападать на всех и на все. Куда ты плывешь, а? Куда ты плывешь, маленький Артурчик? Некуда уже, все. Ты приплыл, отплавал свое. Но надо, наверное, пойти добить его остров последний. Потому что, может... Погрузка. Да, у меня обороны нет никакой, и даже минимальный противник на маленьком острове наверняка сможет собрать пару-тройку кораблей, которые могут запросто разгромить меня. Ну, мои незащищенные острова. Как бы. Я уверен в этом. А помириться, может быть, с ним? Что-то. Мирный договор. Успех гарантирован. Оу. Хочу ли? Или пойдем добивать его? Идем в конвой. Заберем все. Так. Кажется, мы потеряем один корабль. Погрузка. Просто потому, что мои линкоры где-то кучкуются, не могут выйти. Да, мы, кажется, потеряем один из кораблей. Идем в конвой. Но я рад, что после перезагрузки, перезахода в игру, да, этот пожар баг... потушен. Принято. Исчез. И эти корабли таки поплыли. Спасибо, куда надо поддержку. Поплыть было. Координаты. О, приняты. Этот даже доплывет, похоже. Вспыхнул пожар. На остров вашего соперника напали. Пойдет. Ну, то, что на потом он их уже уничтожил, это напали. Неважно совсем. Флот, вперед!
Так, давайте посмотрим, кто у нас куда идет. Давайте... Внимание, адмирал! Тортильи нам нужны будут здесь, пиво, кофе. Кофе, по-моему, мне нужно будет в столице. На мачту! Этот корабль остается здесь точно. Не пиво, а ром. Наполнить паруса. Все время пивом его обзываю. Стекло... Может быть и понадобится. Здесь, в принципе, можно выгрузить. Внимание, его тут. Адмирал. Эту штуку тоже выгрузим. Тортильи тоже все сюда. Сразу кофе оставим. Что прикажете? В столицу повезем кофе. Так. Внимание, адмирал. Прошу так. Вас, мы нуждаемся в помощи. Сделать фотографию. Мы на вас рассчитываем. Хорошо, что сейчас сделаем. Подожди. Так, кофе мы не отдаем на тебе. Остров вашего соперника напали. А, ну да. Не я один такой хитрый, и кажется, Артура больше с нами не будет. А, все, больше не помещается. Пути! Можем мы построить еще один? Или, может быть, даже не один? Склад. Внимание, адмирал! Вернись. Теперь вернись. Может, кофе и здесь тоже понадобится? Но мы здесь его сможем производить. Перемирие окончено. Поэтому... А вот тортильи все выложим. Все, два линкора остаются здесь, чтобы за порядком следить на всякий случай. А все остальные линкоры возвращаются на родину. Сразу я, наверное, корабли сюда подведу. Ваш соперник защитил свой остров. Mm. Война там. Пожар нанес городу ущерб. С кем-то закончено. О, пожар, да, давайте посмотрим. У нас же... это не тот город. У нас горело... Нет нужных материалов. Железа тоже нет. Я знаю, мы в следующей серии будем всем этим заниматься. Дел на следующую серию просто миллион. Слушать адмирала. Поплыли в Старый Свет. Просто миллион, не меньше дел. А, я отправил, кстати, в экспедицию. Пришло время сражаться. Во как. У меня экспедиция тут висит давным-давно, наверное, да? Люди Калика захватывают торговый корабль. Торговый бриг захвачен морскими разбойниками. Многие из вашей команды уважают капитана Брига настолько, что готовы спасти его ценой своей жизни. Пиратами командует жестокий и хитрый Калика Робертс. Калека, да? Типа. Открыть огонь 65%. Ну, как бы да. Сокровище. Удача на вашей стороне. Мы получили 20 золота. Проблема только в том, что у меня... Ваш нет места для золота. Защитил свой остров. Но золото мы, наверное, брать не будем. Я, если что, буду выбрасывать еду, не проблема, но... Ради золота 20 штучек мы не будем заморачиваться. Капитан ждет продолжить. Вот так вот продолжаем. Нам стака еды хватает, походу. Так ты и останешься. Нам больше не надо. Доска. Так... Все, тут пока давайте возвращаемся в Старый Ваш Свет. Ваш соперник защитил свой остров. Даже циркуль может быть страшным оружием. Ух ты ж циркуль. И вот эти как раз предметы, о которых я говорил, да, вот такая же дама и еще там какой-то у нас, как раз на том корабле, на линкоре. Вот это уже стало более понятно. Проблема в том, что бабка сейчас затащит и захватит, наверное, этого, как его там зовут, Алонса. Надо мириться с бабкой.
Сейчас мне нечего вам предложить. Нечего так нечего. Тут тоже задания у нее не видать. Ну ничего. Подождем. Так, смотрим, чего у нас по-прежнему не хватает пива. Нам, значит, надо еще новые поля. И новая солодильня. Пивоварен хватает с головой у нас, я уверен. Новые поля будут здесь. Так. Склад построим. Вот так вот. Подожди, все вот это вот. Да. Не корабль густо. Вернулся в порт. Корабль атакован. Корабль вернулся в порт. Где наш корабль атакован? Воу-воу-воу-воу. Корабль вернулся в порт. Разворот, разворот, давай-давай-давай. Боже мой, это как не в тему поплыл, конечно, немного. О, нет, мы потеряли наш флагман. Корабль потоплен. Ну ничего. Посты. Боже, вы потеряли свой флагман? Я что-нибудь придумаю. Он что-нибудь придумает. Координаты приняты. Будет обидно, если я потеряю... Ведь ресурсов не так много. Вот эти вот штуковины. В пути. Что очень может даже быть. Они просто могут исчезнуть, пока берегите я доплыву. Берегите свой флагман. Ведь ресурсов не так много. Флагман продается. Корабль вернулся в порт. Ну? Подаете большие... За 1000 флагман покупаем и плывем снова сюда. Вот. Да по краешку здесь оплыть как-то аккуратно. Корабль вернулся в порт. Так. Идем в конвое. Отражение духа времени. Выглядите прекрасно, как всегда. Я думаю, мы, наверное, так и опубликуем. Не будем ваши пока. Ваши люди заболевают. Оу. Непреклонная журналистика. Оу-оу-оу. Болезни здесь я не ожидал. Совсем. Но, похоже... Похоже, беда будет тут. И мы с этим сделать ничего не сможем пока. В пути! Так, солодильня. Нас ждут испытания. Так, погоди со своими испытаниями сейчас. Не до тебя. Пока будем читать про твои испытания, нас тут всех грохнут дружно. О, есть. Координаты приняты. Поплыли. Все корабли тут. Фокусим пушки. Вы упоролись там? Есть. Поплыли. Все пушки. Корабль атакован. К бою готовься. И мы спасли. Лорд, вперед!
отведем этот кораблик, наверное. Вы все изуродовали! К бою готовься! Поднять паруса! Есть повреждения. О, нет. Нет. Даже во время войны это зараза. Я веду борьбу с уродством. Корабль потоп. Ну, бывает. Идем в конвое. По-моему, вот эта пушка не наносит. В вашем городе вспыхнула эпидемия. Урона строения, мне показалось. Вот взрыв появляется такой, а вроде урона, как я там есть. Пытался по этим, по башенкам бомбить, я так и не увидел. Враг долго не продержится. Это прекрасно. То есть даже не обязательно уничтожать всю оборону. Нужно уничтожить какое-то количество прибрежных зданий, чтобы уменьшить боевой дух до нуля. Цель установлена. Ну или не до нуля, там до какого-то низкого значения. Нет, долю я от тебя не хочу. Вам не понять его ценность. Принято. Отлично. Значит... Возрождению готики не бывать. Сумма вам же нравились мои творения. Как раз то, что надо нам. Нравились? Нет. Нравились. Линкор готов. Не нравились. Терпеть тебя не мог. Тебе не нравился мой зоопарк. Праздник закончился. И так будет с каждым, кому не нравится мой зоопарк. Ну, что там? Пути! Пойдет. Есть. Корабль атакован. На мачту. О, пушки, хорошо. Наполнить паруса. Еще солод. Не избежать кары. Я не хочу империи нужны разрывать такие, с тобой торговые отношения. 53. Окей. Посты. Все, мы получили огромное количество солода, которое сейчас в пивоварне пойдет, и пива будет достаточно. Да ладно вам, но спасибо. Всего остального тоже вроде как достаточно. Но из-за, видимо, газет неправильных, да, мы сейчас немножко получаем поменьше. А, ну у нас еще, да, болеет... Ты чего остановился? Вот почему они постоянно остановились? Как же это бесит, ну... Ёлки-палки. Так. Игра сохранена. Ну все, я думаю, на этом мы пока что серию закончим. Очень продуктивная боевая серия была. Мы выпилили полностью одного из конкурентов. Тем самым захватили кучу больших островов. И в следующей серии будем их потихонечку укреплять, будем их потихонечку заселять, застраивать и получать, надеюсь, больше и больше и больше прибыли. А пока что всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.